Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашим мужественным душам! Можно сказать, что сегодня исторический день в истории человечества. Можно даже назвать его как день супер новой истории человечества. Ранее мы говорили с вами о четырех сдвигах 2017 года. Мы прошли три. Осеннее равноденствие. И вот, можно сказать, явный результат ваших четких позиций, ваших намерений. Нас еще впереди ожидает последний сдвиг 21 декабря, но можно сказать, 3 дня до 21 декабря и 3 дня после 21 декабря, которые тоже, конечно, мы пройдем. Но что же нам дали эти три сдвига 2017 года? Вашему вниманию. Первые контакты. Галактическая Федерация Света от 5 октября 2017 года. Представитель Аштар Ширан через Марту. Здравствуйте, дорогие наши земляне. Я пришел к вам сегодня с радостной и, думаю, довольно неожиданной для вас новостью. Нам удалось путем долгих переговоров установить контакт с некоторыми официальными лицами ведущих стран мира. Это позволяет нам надеяться на то, что уже в самом ближайшем будущем людям будет объявлено о нашем существовании и о наших добрых намерениях по отношению к вам. Это означает, что наступает новая эра в истории человечества, когда вы сможете напрямую общаться со своей галактической семьей. Но мы понимаем, насколько трудным шагом станет для этих людей придание гласности наших контактов. Поэтому мы просим вас помочь ускорить это событие. Каким образом вы можете это сделать? Представляйте себе как можно чаще, что это сообщение звучит по радио, появляется на экранах телевизоров, на страницах газет и журналов, на различных сайтах, в интернете. Дайте ему энергетическую подпитку. Наполняйте его своими мыслеформами и эмоциями радости и счастья. Посылайте свет и любовь руководителям ваших стран. Благодарите их за доверие, которое они оказали нам. Представляйте себе, что это событие уже произошло. И таким образом, дорогие наши, вы внесете свой личный вклад в дело сближения людей и представителей инопланетных цивилизаций. Вы станете непосредственными участниками этого процесса. Вы почувствуете себя членами единой галактической семьи, которые встретились после долгой разлуки. Мы ждем вашей помощи и поддержки, любимые наши. Аштар Ширан говорил с вами от имени Галактической Федерации Света, приняла Марта. Вы прослушали тему «Первые контакты Аштар Ширан».